огромный привет! Наверняка вы уже слышали о новой сети косметических магазинов, которая называется Сангестиль. Вот и в нашем городе тоже открылись эти магазины, и я, конечно же, их решила посетить. Данный магазин мне очень понравился, чем-то напоминает Магнит Косметик, но в отличие от Магнит Косметик, там есть очень интересные марки, которых нет в других косметических магазинах, например, такие как Essence и различные другие. То есть это, конечно же, не может не радовать. Выбор в этих магазинах достаточно большой, там очень много различных косметических средств, как уходовых, так и из декоративной косметики, та же самая косметика Essence, как я уже сказала. И ценовая политика в данных магазинах достаточно низкая, цены невысокие, демократичные, поэтому любая девушка и женщина найдет что-то там для себя. И я, в общем-то, сделала там парочку покупок, но обо всех я вам рассказывать не буду, расскажу только о лаках для ногтей, которые называются Nail Look, вот такая фирма, честно говоря, я раньше не была с ней знакома, но решила познакомиться, попробовав эти лаки, и мне не понравились. Вот такие два красивые оттенка, которые мне очень нравятся, розовенькие. Один из которых из серии, который называется Real Sugar, то есть этот лак дает такое сахарное покрытие на ногтях, похожее на такой миленький-миленький песочек. Я думаю, то, что вы понимаете, что я имею в виду. Такие лаки сейчас очень-очень актуальны, они очень прикольно смотрятся на ногтях, создают такой очень интересный эффект. И второй лак из оттенка Cream Line, то есть это, в принципе, обычный лак, но он дает такое красивое кремовое покрытие, и он достаточно плотный, в принципе, со второго раза получается очень-очень плотный цвет, и... Еще что хорошо в этих лаках, они достаточно долго держатся. В общем-то, я осталась ими довольна, стоят они вообще копейки, поэтому если вы любите лаки для ногтей, любите покупать новые, экспериментировать, то советую вам обратить внимание вот на эту марку, которая, в принципе, продается в магазинах Сангестиль. Я думаю, что сейчас, наверное, практически... Может быть, не в каждом городе, но в очень многих городах появилась эта сеть магазинов. Ну вот и все, давайте сейчас я вам покажу, как эти лаки смотрятся на ногтях.